Дорогие друзья, не будем терять драгоценных минут. Под ваши аплодисменты мы приглашаем сначала к нам сюда, на нашу арену, а потом уже на ринг следующих бойцов. Категория 98-97 килограммов. Умаханов Гасан и Максим Чарухин, золотые зубы. Друзья, давайте поаплодируем этим смелым, уверенным в себе людям. Спасибо, что они здесь. Какое вообще настроение, Гасан? Как ты себя чувствуешь? Ты вот первый выступаешь. На самом деле отличное. Отличный подход. Давай, Гасан, ты понимаешь, что перед тобой, ну, серьезный очень соперник? Конечно. Ладно, я понял. Гасан, удачи тебе сегодня. Как бы ни закончился этот бой, мы желаем тебе, ну, достойно себя показать. Будьте рад, Гасан. Максим. У меня к тебе только один вопрос. Почему золотые зубы? В Питере так назвали, до сих пор зовут. Не знаю почему. Наверное, зуб золотые. Я понял. Ребята, удачи вам, отличного настроения. Давайте поддержим наших бойцов. И добро пожаловать на ринг. Боец готов? Готов. Боец готов? Бой! Наша, аккуратно, аккуратно. Миш, дерги, дерги. Наша, вытяни, Гасан. Берга! Правой рукой зайди. Расслабься. Гасан, давай. Ищешь левую руку, отпускай. Давай. На ногах чуть поработай, Гасан. Вот смотри, за левую руку можешь. Вот так, хорошо, Гасан. Давай. Встречай правую руку. Активнее. Спеши. Защищай, челяк. Давай, давай, левую руку назад не возвращай, смотри. Хорош, хорош. Руку не опускай. Еще вот так же, Гасан. О, вот так вот. Руку поймай. Брат, что зайдет. Активнее, бойцы. Поддержим бойцов! Бою победил Умаханов Гасан. Спасибо большое нашим бойцам. Можно еще раз им даже поаплодировать. Спасибо большое, Максим. Мы ждем тебя снова. Кстати, не уходи, можешь найти...